Какой есть способ легче всего решить проблему с катализатором, который в принципе забился, потому что у меня бросало масло турбина и туда копоть попадала сильно. В выхлопной трубе прямо, ну вот я снял, и ну, миллиметр здесь, уже после катализатора, миллиметра 5-3, может быть, налет нагар такой был, который снимается прямо пальцем. Значит, я решил, подобрал трубу. Труба как раз по диаметру как раз входит. Болгарочкой подрезал здесь такие зубья. В какую сторону, как я в правую сторону, вот, без разницы. И сейчас я вставляю и буквально вырезаю. Очень легко идет, он такой крошится материал, буквально несколько оборотов и на 5 миллиметров заходит. И сейчас сделаю сквозную, то есть часть катализатора останется, но я сделаю большую сквозную дырку и все. Ну вот таким образом я решаю эту проблему. Ну и вот вставляю туда и просто вручную подрезаю, захожу все глубже и глубже. В принципе, там ничего такого, он крошится в такой в порошок, не знаю, зашел я уже где-то сантиметра на, чувствую, 2 сантиметра, 2, ну и осталось там немного. Поэтому сейчас до конца дорежу, и этот часть выйдет, и я все покажу. Ну, вот я высверлил частично катализатор. Ну, сказать, что он весь забит, конечно, нет, но частично забит. Может быть, его можно было промыть там или еще что-то. Ну, я решил радикальным способом. В принципе, не в таком плохом состоянии он был. Ну вот такая, так можно быстро его ликвидировать. Теперь сплошное движение есть для выхлопных газов. Это даст немножко свободы выхлопной системе, и уже они не будут задерживаться. Так можно, самый легкий способ. Правильно или неправильно, это уже другой вопрос, мы сейчас не обсуждаем. Но сам легкий не надо разрезать, никаких дополнительных действий.